Очень жаркие споры вокруг зимней Олимпиады 2018 года и уговоров Национальной хоккейной лиги НХЛ, которая ранее объявила о том, что не отпустит своих игроков на Олимпийские игры и не будет приостанавливать регулярный чемпионат ради этого события. Оргкомитет же Олимпийских игр считает, что популярность хоккейного турнира без игроков НХЛ снизится. По мнению главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля, все-таки окончательное решение по участию игроков НХЛ в играх 2018 года руководством Заокеанской лигой может быть принято в июне. Также федерация посоветовала включить в расширенный состав на Олимпиаду игроков НХЛ. И вот сегодня, 30 мая, Национальная хоккейная лига объявила о том, что не будет принимать участие в Олимпийских играх 2018 года в Корее. Об этом на пресс-конференции заявил комиссар НХЛ Гэри Бэтмен. Также он добавил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в будущей Олимпиаде. Хотя ранее Бэтмен заявлял, что участие отдельных игроков будет обсуждаться индивидуально. «Мы уже объявили о своем решении 6 недель назад. За это время ничего не изменилось. НХЛ однозначно не примет участие в зимней Олимпиаде, и это окончательное решение». Ранее в другом ролике мы уже говорили о том, что для НХЛ коммерчески невыгодно делать паузу в чемпионате, да и интерес североамериканских болельщиков намного выше к национальному первенству, чем к международному. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин до этого не раз заявлял, что в любом случае поедет в Южную Корею. Он не изменил своей точки зрения и сейчас. Такого же мнения и лидер Питтсбурга Евгений Малкин. Оба хоккеиста уверены, что клубы НХЛ отпустят их все-таки на Олимпийские игры. «Мы не против Олимпиады, мы против нарушения хода сезона. Решение было окончательным», — сказал Бэтмен. Будущие зимние Олимпийские игры, напомню, пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхёнхане. Рекомендую ролик, посвященный последним результатам НХЛ. Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно.